Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Плутарх – греческий эссеист и биограф. Родился в Беотии, учился в Афинах, был жрецом Аполлона Пифийского в Дельфах. Путешествовал в Египет, Италию, жил в Риме. До нас дошла большая часть трудов Плутарха, посвященных научным, моральным и литературным вопросам. Самые известные из этих трудов – «Морали» и «Сравнительные жизнеописания». В последнем попарно сравниваются греческие и римские военные и государственные деятели. Плутарх не признает детерминированности поступков, поэтому его попутной целью является анализ тех или иных действий, рассматриваемых им персонажа или взаимосвязь с натурой, в истоках которой как бы закодированы обстоятельства жизни. Труды Плутарха – неоценимый документ эпохи, оказавший грандиозное влияние на возрожденческий гуманизм. Монтень, Шекспир, немецкие классики обязаны Плутарху своим вдохновением. Из Википедии. Дата рождения доподлинно неизвестна, но обычно она принимается за середину второй половины 40-х годов нашей эры. Женился на Тимоксене, у них родилось 5 детей. Трое из них, включая единственную дочь, умерли в детстве. Его родственник, племянник или внук, Секс Хиронейский, был одним из наставников будущего императора Марка Аврелия. Умер Плутарх после 119 года. Ну вот так вкратце о греческом эссеисте, биографе, которого звали Плутарх. Пока-пока, до свидания.